Единственный момент, о котором вы подумаете, почему, что может быть там 410 глобально, потому что когда я собираю руки 450, он начал собирать руки меня, почему? Я, да, 8 оказался красным. Я когда 8 сыграл 3, я спросил, почему берешь 3. Он собирал руки 4. То есть, по факту, по вашей версии, я не возьму ни одной секунды, потому что вы игрок номер 10. А вы меня поковали. Ладно, я бы голосовал за 6, мне кажется, 4-6 черная команда, но могу быть неправда, если подумать, я же не делал, или тоже подумать. То есть может быть 4-5 абсолютно, то есть это не то, что я там вычитали. Черный под версиям, это было понятно, но он почему-то ставил рифом 6, поэтому мне кажется, это аргумент в сторону того, что 4-5 команда, но подумать. Вот, собственно, который уже покидает этот стол, этот кружечный игрок номер 5 переховал управление. Принято 6, игрок номер 6, ваш минус. Представляю 5, представляю 5. Дивіться, тепер ну, ви два красних, я перевірив 4, бо немає 3-3. Ігрок номер 2 молодець, запакував 4-го через голову 1-5, коли 2 сказав, ми пакуємо 4. Що 10-та? Ні, 4 не пакуємо, тільки 2 у поїзді. Потім проголосували 6. Потім голосували 4. Тільки через те, щоб не палити 5, бо в мене 3 перевірено нічого. Дивіться, я вам наводив всі аргументи, те, що ви не хочете слухати, це ваші проблеми. Тобто я не четвертим чорним, бо він зі мною проголосує 5, і з нами в місті ви голосуєте 5, тобто 3, 4, 6, 7 голосують 5, тобто при 9. Це такий, це абсурд, повний абсурд, вони вас ніяк не дадуть чорними, хоча ви голосуєте зі мною, але... Я вам скрився і два просто все не ставить. Просто не ставить, що ви чорний. Ігрок номер 7, ваша минута. Так, сложно, а паук зараз проверили в цю ночь? 4, зачем? Тут же сидять живі люди. Знаєте, нам эти стулья проверили. Можна було один проверити. Один проверити не можна було. Так все плохо. Смотрите, она могла дать меня черным, я бы улетел просто ветром в поле. Сюда, хуй его, даже бы... Лоск умею орать, не взлетит бы ты никуда! Он был трупом уже, этой ночью, когда она стала проверять, он был трупом. Вот, поэтому я не знаю, почему она дала меня красным. Вот она мать. Третий фол, игрок номер 6. Вот странная проверка. Вот. Я пока выставляю один. Вставляю 5, вставляю 1. Что, 2-3 канала угадайте будет? Спасибо, Паша. Спасибо вам. Да, честно голосование. Пожалуйста, я не жестикулировала на вашей речи, как номер 6, дайте мне пообщаться с человеком. Смотрите, как номер 5. Выставлять первого игрока не нужно, потому что он с двух сторон зад, не понимаете, да? У меня черная команда 3-4-6, у него черная команда 4-5-10. Если я черная, мне более выгодно сказать, что вы проверены черным, чтобы игрок номер 1 в посадке от того, что он получался черным вместе со мной, проголосовал со мной в вас, да? Понимаете, как у меня, я не хотела себе такую ситуацию, что у меня один черный за собой. Приоритетная версия для меня, где два черных, чтобы он сюда и проголосовал. Так узнаю, что типа это в принципе даже если он не имеет 5, типа, то это ничего страшного. Я просто вас предлагаю поскорее закончить эту игру, потому что очевидно, что я черный, потому что номер 6 черный. Если я черный вместе с игроком номер 4, то он не будет, уходя, оставлять меня игроком черным. И сказал, что 6 шаги. Понимаете, меня черная команда 4-5-10. Я могла реально собрать руки во второго игрока. Мне казалось, что когда вскрылись 6-10, то четвертый не будет скрываться. Поэтому я думала, что это придумала, собирала в него руки. Но потом я в него не проголосовала. И не агитировала вас. Я просто показывала, типа, уходит 2, а потом я передумала. Собирала собрать руки в 6-м, это, ну, не получилось, ладно. Игрок номер 4 проголосовал в 5-м игрока, нет канала 4. В дворе, игрок номер 1, вы завершаете рассказ. Знаете, вы мне напомнили чат на магистрате, когда человек не помнит, как он отменит, то он
сильно сел один, и он по его экрану. Нет, не его, это его другое. Смотрите. В любой угадайте буду я. 10 и 6. Знаете, может быть это будет странно, но мне не далее было, что он так перевел. Мне кажется, можно еще собрать 5, потом остановитесь вы, и будет вот такая вот так, очень классная угадайка, где я по-любому могу попасть никуда. О, порадовал, а? А хочу стоп. Я целю тебя, скорее всего, если мы уберем все стол. Он потом проголосует на один ботинок. Это третий хоп, ваш. Ну ладно. Я сделаю как не надо, не надо. Спасибо. Спасибо и вам. С этого момента мы переходим тут и играем все же серьезно. А вот они будут двигаться в другой какой. Такие 6-5-1. 6-5-1. А вот тут вот программа 6 того, чтобы вы играли. Я принимаю 3 руки, потому что черная команда 4 руки. Все нравится. Ты расписалась, что ты продаешь? Я на фанте буду сюда. Ты расписалась, что она тебе тоже шерифа. Да, это не на фанате. Мне просто показал, он два раза проголосовал 5, и поэтому я передумал. Блин, смотри, был момент. Он сказал, я не вскрывал, и она не вскрывала. Послушай, он просто шерифа. Один раз тебя будет. Короче, я подумала, это жест не означает, что это шериф. Типа, она сказала, что шериф пробуждает. Ты поговорил о шестого стрелять, а ты ко мне спрашиваешь, кого шестого стрелять? Или зачем? Шестого стрелять уже поздно. Я на 5. Перерыв 2 минуты и последняя игра. Я буду все объяснять. И сыгрался все вечер. Там динамика не делает, ты не забрал. Я понял. В мене викинуті дві руки, в мене вона викинула руку, п'яту, троту, четверту, та викинула руку, п'яту, п'яту, ушла, стрельник, і вона, і я тобі зиму рукою. Я все пишу, просто чуть-чуть. А ти говорила, чому він не чотири? Я тобі говорила, чому він не чотири, тому що він зробив п'яту, 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 ти говориш, дачний раз. Якщо чорний 6-7, і вони дають четвертого чорним, то вони тебе уб'ють. Тому що ти не граєш мамбу, яка навчиться кожного. Раніше мені мав таку подумали, а тут от на 6-му. Ні, ти втратний, чувак. Чорна команда 3-4-6. Першого за столом є. Шаманіння потом є. Здоровий буде сидіти, перший здохне. Приігрувати ігри, типу, що тобі не оце в очі шло? Так я зараз тобі оце во маю устроїти. Удачі. Давай. Ні, чувак, дивися, здох 9, а потім здох 2, і ти непровірений чорний 6. Що ти робиш за цим столом? Чорна команда 3-4-6 тебе здохнула. А при чому тут я? Ти граєш версію, що чорні 5-10. Якщо ти виходиш красний в чорної команди 3-4-6, ти маєш вмерти, тож твою руку купити важко, а второй вже думає, второй показує в якийсь момент зняти 5, він вже думав, їм простіше второго купити, а не тебе, якого вони награли вже. Вони тебе відстрілять ще раніше, ніж 9. Ти здохнеш ще раніше, ніж 9, чувак. Ти знову простає грати, так, четвертого сняли, що? Я не знаю, як я сполошу, второй раз.